Народные избранники на очередной сессии законодательного собрания официально назначили дату досрочных выборов губернатора Новосибирской области на 9 сентября. При этом Анатолий Локоть заявил о решении отказаться от выдвижения своей кандидатуры на этот пост. Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития, рассмотреть возможности укрепления собственной финансовой базы Новосибирска. Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное, подчеркиваю, с руководством Коммунистической партии Российской Федерации, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича. Анатолий Локоть подчеркнул, что политическая борьба еще до объявления выборов достигла крайнего накала. Это не способствует улучшению ситуации ни в городе, ни в регионе. Мэр и временно исполняющий обязанности губернатора договорились о партнерстве в реализации крупных инфраструктурных проектов, о развитии транспортной сети и Новосибирска в целом. Решение городских проблем важнее любых политических разногласий, подчеркнул Анатолий Локоть. Власти при этом договорились о сохранении прямых выборов мэра Новосибирска. Я считаю, что в крупнейшем муниципалитете страны, в Новосибирске, целесообразно сохранить прямые выборы мэра города. И я готов поддерживать Анатолия Евгеньевича в текущей работе и в следующем избирательном цикле. Это моя твердая личная позиция. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!